Ну что, Серега, удачно тебе добраться до мегаполиса. Ребятам из Альфы от меня личный привет. И это, лесник, смотри мне там поаккуратней. Сейчас в туннелях очень неспокойно. Готов прокатиться с ветерком? Отлично! Пристегните ремни! Вас приветствуют туннельные авиалинии! Откиньте спинки своих кресел и наслаждайтесь полетом! Следующая станция — Метрополий! Удалось обнаружить и захватить бункер X. Я надеялся, что большая часть бед для тех, кто выжил в той ужасной войне, останутся позади. Ведь теперь у нас имеются не только запасы продовольствия на многие годы, но и новое вооружение, которое должно помочь остановить кровопролитие, длящееся уже более 20 лет. Но как же я ошибался. Вдруг из ниоткуда стали появляться новые безжалостные твари. В народе их окрестили темные. Темные, огромные существа, на голову выше любого человека, отдаленно напоминают людей, но как будто вывернуты наизнанку. Люди приписывали им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками способны убивать хорошо вооруженных и подготовленных людей. Нам пришлось спуститься в туннели заброшенных станций. Там можно было спрятаться не только от темных, но и от жуткого холода и смертельной радиации, которые стали царить на поверхности. Да и все, что говорили о темных, это неправда. Правда страшней. Твою мать! Только этого еще не хватало! Серега, походу твари прорвались через внешний периметр. Гляди в оба, если увидишь где-то непонятное телодвижение, вали по ним, не раздумывая! Тут до Метрополиса совсем немного осталось. Вали, Серега! Уже чуток осталось! Yeah.